Обкаточка с Уралом от MN Модуль. Две ММ-ки, 6x6 и 4x4. О, заехал. Давай, типа. Жми назад. Давай. Назад! Все. Ой, тормози, есть, можешь. Поехал. Едь за мной. Нормально. А, что там застрял? И все, окей. Это двойной обкат, потому что одни и те же испытания проходить на машинах не хочется, а двойной обкат устроить это вот можно. Давай! Не, может взять. Попробуй ты. Ой, сейчас отъеду. Не, ну у тебя возьмет. Я на брюхо сел. Извини. А я... Не, ну у тебя заедет, у тебя полный привод все-таки. Навалился. Не выс... Давай, 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 давай! Давай! Давай ко мне. Подтолкни меня, подтолкни, я застрял. Давай. Оба. О! Назад, назад, назад есть. О, легкий путь. Ой, мощности не хватит. Где-то ему не хватает мощности. Ну, да, все заряжено. Ему все-таки это 6x6 колесная формула, может просто мощности не хватать. Тем более подъемы не каждая машина осилит. Ну и ты едешь по сложному пути. Ой. По льду. Две маночки по льду. Ой. Юху. Чуть-чуть даже. Ой. Было слышно-то, что... А, мы вообще по стеклу проехались. А то слышно какой-то такой писк? Едет? Ой, что? Это что за дерби? Или это я? Дерби на МНах? Дерби. Давай, давай, давай. О, заехал. Бах. Да. Сейчас подтолкну. Тых. Я подтолкну. Ну что, поменялись мы ролевушечкой. Теперь я на гремучем Урале. Кстати, смотрите, сейчас вам покажу
Ай, смотрите. Смотрите, просто. Просто, нет, не бей, не бей, не бей! Смотрите, просто как, видите, как отрабатывает подвесочка. Не, ну, полный выворот и валим отсюда. Нет! Ай, больно, за что мне? Блин. Ой. Упал. МНочный упал. О, поехали за мной, у меня есть... Тут есть... О, кстати, смотрите, водичку погнали потом по воде пройдем. Смотрите. А крепкий сегодня лед. Вообще выдерживает. Давай, полный газ! Полный газ, давай! Полный газ, полный газ! Все, не хватает. Давай там, проедь там, где я. Сейчас я отъеду только. Ой! Тебя прям... Ух! Не... Сразу видно, человек не ищет тяжелых, легких путей. Раз... О! Ой! Ой-ой-ой. Ох, куда ты там заехал? Я к тебе хочу. Не, ну мой Урал тоже осилит. Вообще без... Погнали дальше? О! Давай. А мне, у меня мощности не хватает. Давай, вытолкни-ка. Где таза, 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 Урал. Нам надо было трос брать. Я к тебе. Не, ну тут ты уже не заедешь. Тут щебень. О, о, давай, давай, давай. Не, вообще мощности не хватает. Не, вот смотри, тебе хватает мощности? У тебя 6, у тебя 4 на 4 и мотор побольше, видишь? Но минус твоей тачки то, что, короче, резина фиговая. Смотри, на нем дрифтить можно. Нет. На них дрифтить можно, офигеть. О, кстати, помню. Что, поехали назад? Вот замыл маленько. Так, давай на старт. Пойдем. Не, ну ты выиграл. Сейчас. Сейчас, подожди. Дай на секунду машину. Проверочка просто. Сейчас, нет, не едь. А, так. Вот так. Три. Две. Кстати, хочешь без света погонять? Смотри. Хочешь без света погонять? Три. У тебя так поворотники будут работать, сейчас аварийка. Три. Два. Один. Давай! Не, ну ты выиграешь. У тебя сейчас повышайка. Дерби какая-то. Вой. Урал все-таки это... Урал у нас на понижайке, на вечной, так что... Кошарик убежал.
что, понижайку врубил? Нет. А, вот. Все, да, все. Понижаечка. Сейчас догоню. А, я почти. Козуй. А теперь за мной. Что он делает? Давай, давай! Сюда!